Причем павианы с молодости проявляют интерес к антилопам. Сначала в качестве игры, а потом, возможно, и в качестве пищи. Но это не повод во время кормежки отходить далеко от приматов. Во всяком случае, по мнению антилоп. Вообще, они очень изобретательны и хитры в охоте. Например, павиан может притаиться в кустах, а затем броситься в атаку на фламинго. Несмотря на довольно невысокую скорость в районе 20 км в час, фактор внезапности позволяет павиану схватить птицу. А этот павиан Анубис потерпел неудачу в воде. Но он не отчаивается и продолжает преследование на берегу. Посмотрите, как он подпрыгивает вверх и в воздухе хватает свою добычу. Так что утят поймать таким ловким охотником вообще расплюнуть. Тем более на закрытой территории, где деться им особо некуда.